Слава Тебе, всемогущий Бог, благодарим Тебя за Твое присутствие, Господь, Отче, за силу Святого Духа, которая, Господь, в нас и на нас. Аллилуйя, Отец. Я сегодня хочу попросить, брат Эдди, где? Эдди, можно ли только дозреть? Значит, Эдди 16 числа, он трогается в свою первую миссионерскую поездку в Бейрут, Сирия, Каир. Это очень такие, я думаю, что вы все понимаете, это очень серьезные зоны, вот, горячие точки. И нужна особенная защита, особенное помазание, просто находиться под дланью всемогущего. Давайте мы сегодня, я думаю, что эти, может быть, и в следующей неделе, пакшу дождь и пакшу симолим. Да-да-да. Что-то тройное помазание добрый, да. У нас казадвойно-то. В среду мы уже молились, сегодня второй раз. Вся церковь помолится, и если Бог даст, позволит, и следующее воскресенье, да, 16 числа, следующее 14 будет, а 16 Эдди уже уедет. Давайте мы прострем руки на нашего брата благословенного, который взял на себя это дерзновение пойти вот в эти страны и благовествовать там имя нашего Господа Иисуса Христа. Там он известен как и сам Осих, но пусть откроется через брата Эдди живой Бог Израилев. Слава Тебе, всемогущий Бог! Благословляем, Господь, властью церкви, которую Ты нам даровал, нашего брата Эдди, Господь, на его первую миссионерскую поездку, Господь, в эти самые горячие точки на земле, Господь, где свирепствует исламский дух, радикальный дух, который готов убивать, кромсать, резать, только за то, чтобы просто имя Аллаха было проповедано во всех странах, Господь, через насилие, Господь, через какие-то террористические действия, Господь. Дай нам победить, Господь, этот дух силой Твоей любви, безграничной любви, Господь. Потому что Ты сказал, возлюби врага своего, Господь. И будем побеждать всякое зло добром, которое нам вложил в наши сердца Дух Святой, Господь. Будем побеждать всякую злобу Твоей безграничной любовью. Пусть придет владычество Твоей Божьей любви, Господь, на эти страны, на Сирию, на Каир, Господь, на Господь Бейрут, Господь, куда едет наш брат. Дай ему, Господь, первых людей, которым будет там смело проповедовать, Господь, в сопровождении всяких знамений и чудес. Аллилуйя, Отец. Благословляем нашего брата.
Ты, Господь, любишь его, Господь, очень мы его любим. Но мы знаем, что сохранить, сберечь, благословить, помазать, идти перед ним можешь только ты, Господь, очень. Нам остается только молиться. И мы благословляем его прямо сейчас. И мы молились молитвой согласия во имя нашего Господа Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Церковь Божия да скажет аминь. Аллилуйя. Будем благословен, брат. Аминь. Слава Богу. Да, Эдди потом вернется и расскажет.